Першине сказали, что вода 19-20. Мне кажется, больше. Ну и как водичка? 20-21. Да. Термометр нет, не взял. Когда вот сбоку снимаешь, кажется, все, весь пляж. Ну, а на самом деле здесь много людей очень. Горы, 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 горы. Красота. Приехали мы вчера, 10 июня. Сегодня 11 июня. Сегодня, ну, мы вчера очень поздно приехали. 10 часов вечера. И не стали купаться, очень устали. Сегодня зашли в море. И мы в море были 52 минуты. Я засек. 52 минуты. Сначала заходили. Показалось, что вода 21-22. А потом, ну, кажется, что вода 25. Мне кажется, средняя. 24 точно. И люди с нами, вот женщины, купаются тоже по часу. Море вот такое вот замечательное. Они уже купались и да, еще остались. Я хочу сказать, да, здесь все места занимаются мгновенно, зонтики тоже. То есть чуть-чуть опоздали и все, и место. Нигде, у бассейна вообще. Значит, будете стелить вот так вот. То есть даже лежаков на всех не хватит. Это сейчас уехало 38 человек на процедуры. Процедуры. А так было бы еще больше людей. Ну, я так думаю, что они все заняли места и уехали. Да, очень много мест занято. Вот, у бассейна вообще полно. У бассейна, да. Все занято. Люди позанимали места и уехали. Вот, красненько, видите, поплавочки. А это дикий пляж. Это заканчивается наш пляж. Там уже какой-то дикий пляж. Нет, пляж другого. Санрайз там какой-то или еще. Вон он, вот там бар, Валера. Сейчас посмотрим. Вот бассейн, наш ресторан. Так это закрыто. Что-то все время закрыто. Бургерная или хот-догшная. Посмотрим. Там еще должен быть Приморский. Так, здесь вот туалет, а там корпус Приморский, да, и кафе. Павлик, катер, лишая морское путешествие, смелее проходим к месту стоянки нашего катера или машем ручками, чтобы вас увидели и подождали. И даже на крыше, да, и без жилетов, да, и без жилетов, молодцы, все как... Положено. Как это везде. Вот такой, ну да. Здорово. Так, пьют воду. Хлора, значит, в организме не хватает. Все. Пора купаться. А то может действительно гроза начаться. Дождик закапал. А здесь у нас солнышко. Но мы собираемся купаться. Ну, море-то нормальное. Грозы лишь бы не было. Когда молнии бьют, в воде делать нечего. Так, вот, все, пришли на вечернее купание. Народу мало. Море спокойное, преспокойное. Вообще здорово. Нет, ну класс. Вот. Как тебе? Хорошо. То-то же. Смотри у меня. Мне кажется, 24. Нет. Да.
Давай, плыви. Зонтов-то сколько появилось? Я насчитал 35 у пляжа и еще у бассейна. Новые зонтики. Еще не все распечатанные. Еще 4×3 сколько? 12 штук лежат нераспечатанные, я вижу впереди. Привезли очень много лежаков. А здесь появилось слово Москва. Вообще здорово. Погода держится исключительно. Через пару дней обещают 31 в тени. Да. Барнаул был, по-моему. А, нет, Барнаула не было. Неужели это наши знакомые постарались? Молодцы. Молодцы. Саранск, Тамбов, Минск, Кемерово. А вот тут плоховато видно. Ставрополь. Вот, девочки, молодцы, выкладывают название своего города. Дедуля помогает им, таскает камни. Время собирать камни. Время придет разбрасывать. Вот сколько лежаков. Полчаса до обеда. Обед в час. Сейчас до трех. Да. Ну, кстати, действительно, загорает очень много людей, а купается где-то треть из них, если не четверть. О, а сейчас будет одна купаться. Лена, это мечта просто. Одной зайти в море. Это как в марте мы с тобой купались вдвоем. В марте мы, говорю, вдвоем купались в Адлере. Ну, там вода была 14, ой, сколько? 11 градусов. 14 была... 14 была в конце мая. У меня все это есть на моем канале, смотрите. Ну, сейчас вода 23,5-24 градуса. Класс, просто класс. Моторная лодка одна приходит сюда, катерок такой катает. Днем катает по 1200, вечером на закат по 1500, 2 часа. Короче, здесь ни пятен дизельного топлива, бензина, ничего, ни масла нету. Вода кристально чистая, поверхность чистая, дно чистое. Но вот это, конечно, напрягает вот этот металл, но он спасает, говорят. Ну что делать, может, когда-то все это облагородится. Будем надеяться. Не, ну посмотрите, какая красота. И красота, ну, Кемер, конечно, интереснее. Но это Кемер. Туда еще долететь надо. А сюда даже на поезде можно доехать. Здесь прямо напротив отеля железнодорожная станция Абата. Вот, в раздевалках. Здесь же и душевые. Вот, мы... 11-12 воды почему-то не было. Сейчас вода есть. Все ополаскиваются здесь после моря. Да и после бассейна. Здорово. Все, что там было, не знаю. А вот этот вот массажный душ вот такой широкой струей, так и не включили. Я подходил, спрашивал. Говорит, не работает. Что-то не работает. Люди по пляжу соскучились, чего-то собирают, что-то интересненькое, что шторм выбросил. Вот сделали. Дождь.
Ну, я вам скажу, место для душа они подобрали отличное. Ноги, ну, я не знаю как, ну, хотя бы щиты положили бы. Если положат щиты, то будет нормально, чтобы можно было подойти вниз и уже с чистыми ногами, без песка, подниматься наверх. Ой, вот здесь фотосессия. Фотосессия. Что-то потеряли. Хорошо вечерком. Ой, как же хорошо. А цвет моря? И цвет моря, цвет бассейна. Люди в бассейне купаются.